О, теперь я себя вижу. Вот, отличная музыка. Факторию играю через Steam. Мультиплеер. Ведь мультиплеер. Для игры нет необходимости резервировать статический IP. Не надо расшаривать порты теперь. Раньше надо было. Раньше не работало. Время игры 2 часа 20 минут. Версия Factorio 0.17.54. Вдвоем играем с другом. Пароль восьмерочка. О. Угу. Тык-тык. Ну и где? Мой друг. О! О, сообщение пришло. Так. Уголь. О. Так, тут у меня железа нет. Тут так сделаем. Так, пум-пум. Это мы удалим. Это мы поставим. Так, печка. Угля. Электричество добавим. Угля отсюда возьмем. О, везде уголь закончился. Как весело. О. Попу. Так, ладно, дела. Так. О, еще уголь. Сейчас надо еще майнер делать. Защиту надо делать. Железо кошмар. У нас со Стивом проблема с ресурсами конкретные. Вот этого железа хватит очень ненамного. Очень надолго. Ну и тут. А, ну и тут прилично. Тут 600 тысяч депозит, тут 400 тысяч депозит. Пока хватит. Радар что-нибудь еще откроет. Так, о, мой друг зашел. В Факторио. В Факторио. Так. Пум. Так, медь. А, медь нужна. Медь нужна. Так, побежал я за... Рискну побежать за медью.
Где что, накапать, что ли, самому надо теперь? Какой кошмар. А камни есть? А, мы все потеряли, кажется. Сейчас посмотрю. У меня нет патронов. Какой кошмар. О, сообщение. Так. Что мне ответили? О, зашел. Сейчас набежу. Значит. Так. Так. Что мне пишут? Ага. Нужна медь. Ага, говорит, атакуют. О, тут угля нету, я в шоке. Тут угля нету. Нужен. А, вот, тут есть немножко меди. Оп! Да немало! Ну-ка я сделаю майнер. Что нужно? А, я железо все бухал. А, столбики возьму. Электрические пригодятся. Печки есть, печки возьму. Эти печки. Печки возьму, фабрика. Сундуки возьму. Рыбу. О, патронов у меня полно. Ага. Так. О, камни. Надо спереть камни. Воспользоваться моментом. И у жуков отнять камни. Ура! Чиню. Дайте мне немножко железа зачем-то. Не помню зачем. А, майнер сейчас поставлю. Еще парочку майнеров надо поставить. Так, подожди, Стив. Сейчас все будет у нас с тобой. Хе-хе. Нету ничего у нас. Ой. Сейчас еще. Вот так. А-а-а. Не надо, говорит. А-а-а. Надо, почему не надо? Уже я поставил. Ой. Так. Спрашиваю, готов атаковать? Куда он идет? За медью. Пробел, суге. Я предлагаю атаковать. Сначала атаковать восток, потом запад. Ага, говорит, не нужен уголь. Вот он, закончился уголь там, в бойлере.
Сейчас добавлю. Угля надо для бойлера теперь много. Сейчас добавлю. Сейчас, подожди, бойлер. Сюда добавлю. Поздно, спохватился. Наконец-то мы играем с моим другом в Майн Факторио. Спрашивают, нужна рыба, а я говорю, ну, у меня есть 44. Имеешь что, Амо? Я спрашиваю. А, у него ружье. Спрашиваю, сколько у тебя есть патронов? Я говорю, 100 обоим. Ага. Ну все. Пошли. Атакуем. Сейчас будем атаковать. Аккуратно, черви. Попробуй, попробуй. Убивать их. Ага. Давай, давай. Меня убивают. Помогите. О нет, о нет. Рыбку съем. Подонки, подонки, нате вам, нате вам. Так, сдохните, сдохните. Ага. Мы со Стивом добрались до гнезда. Ага. Стив, тебя убьют, убегай, убегай. Подонки, сдохните, сдохните. Опа, гнезда нет. Отлично. Я стреляю издалека, а он из чего стреляет? Маленький черри, что ли? А, маленький. Маленький черри пока не так опасны. Мне здоровья мало. А-а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 -
сейчас грохну. Ой, половину... Половину сотни своих аму я потерял. А-а-а, не стреляйте в меня, гады. Ой, как неэффективно. Ой, потерял всю обойму. Да они вернут все эти гнезда. Они сейчас их возродят. Ой, в кислоту наступил. Я в кислоту наступил. А, я их не убил. Ай, ты... На. Я ему дал половину рыбы. Ну, лечись. Найдешь в инвентаре-то? О, блин. Патронов ему не хватило. Давай. Делай. Так, я истратил 60 с лишним обоим. 66 обоим я истратил. Да, хитро с ними надо сражаться. Так. Гады, 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 гады. Стреляй. Гнездо, гнездо. Осталось два гнезда. Так, жук. Мышкой навожу на цель, какую надо стрелять. Если мышкой не наводишь, он стреляет только когда близко противник подлетает, подбегает. Все.
Я написал amazing. Не знаю, что это значит. Ну, это что-то типа восхитительно. Камни, камни. Один бы я, конечно, так не справился, потому что один мы караваем, он выманивает, либо я выманиваю, приманиваю на себя плевки червей. Один заманит плевки червей. Пока червь стреляет в одного, другой расстреливает червей. Хорошая тактика. Так, сделаем патроны. Патрончики еще. Из-под моего носа, кажется, увели железо. Надо майнеров добавить. Железных. С печкой. Майнер, появись. Еще железо чуть-чуть. Сейчас я печку поставлю, майнер поставлю, угля нет. Пум-пум. Провод добавим. Угля. Угля нет! О-о-о-о. 500 угля у меня есть. Так, печки. Печки. А, 500 было. Хе. 500 было. Сейчас 400. А, к меди. О, он медь делает. Так, медь. Надеюсь, он электрические майнеры там делает. А, ну слава богу. Электрический. Слушается меня. А. Так, у меня патронов мало. Надо... Какая там куча? Много, надо 200. Я написал, что мне нужно 800 железных пластин, чтобы сделать достаточное количество боеприпасов. Очень большое гнездо на запад. Так, так, угля я набрал, угля у меня, оу, 400, да, практически. Железо взял. Майнеры, опа, майнеры. Так, один майнер на уголь, три майнера на железо. Печки. Сколько печек у меня? Хватит. Печки хватит. Угу. Сундучок железный есть, слава богу. Так, майнер поставил. Так, майнер еще поставил. Так. Так. А что, два майнера только? Надо три же. Компьютер не понял команды. Три майнера мне надо. Странный компьютер. Раз, два, три. Угля в стране. Даешь. Даешь в стране угля. И сюда электричество. Ой, сюда электричество. Где им электричество надо? О, какие ненасытные майнеры. Оп, 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 оп. Растет, растет наша база. Ага. Рано автоматизацию придумывать. Я катаюсь на болту. На
Я катаюсь на конвейере. Ну, электричество я добавлю, ладно. Это лишнее. Нафиг. Ты не сможешь это сделать. Ну, хотя... Нет, он все может. Это крутой игрок. Быстро соображает. Ну, я добавлю. Сейчас жучок. Да, понимаю, что он хочет. У меня манипуляторов нет. Ни одного. Нет, один есть. Помогите! Поздно. Помогать. Еще сундучок поставлю. О, майнер. У меня... Так, еще я манипулятор. О, сюда электричество надо добавить. Везде электричество надо добавить. Ладно. Так, да? Ты хотел. Чё? Чё за бред? Не получается? Так, вот так надо. Вот так, да? Вот так берет. Так не брал. Они не успевают собирать. Кошмар какой, надо больше инзертеров и сундуков. Кошмар какой. Еще сундук надо сделать. 8 штучек. У меня железо почти закончилось. Все. Чего у меня закончилось? Железо закончилось. И сюда чуть-чуть. Ой. Ага. Чё придумал-то? Чё задумал? Все работает? Работает. Все, база наша уже потихонечку заработала. Скриншотик. Я люблю делать скриншоты. Я люблю делать скриншоты. Камера. Я люблю делать скриншоты. Ту-ту, сопрём. Сопрём немножко. Железо делаю, амо. Мало амо, more. More. More iron. Так, и чё, они не успевают? Он спрашивает, как убрать? Ага. Я говорю, никогда не дойдешь, если нажмешь, если не сказать. Hold. Alt. Slowly. Push. Ой, матом сказал. О боже, нельзя матом говорить. Так, сопру еще. О, так, сопру еще железо у моего друга. И патроны сделаю. О, у меня уже 140 патронов. Будет еще столько же сопру железа из-под носа моего друга, у меня будет достаточно патронов, чтобы помогать ему убивать, чтобы мы вместе могли убить вот это гнездо, вынести огромное это гнездовье. Так, это я удалю как это метку. Так, радар потихонечку нам открывает все места хорошие.
Оп-оп, то открыл. А, нам не хватает энергии. А, у меня нет железа. Оставь мне железо, друг, пожалуйста. Вот они почему медленно так работают-то. Так, сюда добавлю. Да, стены нам нужны, конечно. Ладно, пусть будут стены. А мне нужно железо и... Вот эта штука. Паровая машина. Вот это... Не понял. Достаточно электричества вроде? Если угля достаточно, то электричества достаточно. Что, кто напал? Нет. Надо. Надо паровую... Как он называется? Турбину добавить, паровую. Паровую турбину надо добавить. Мне нужно железика. Железко. Так. Так. Паровую машину. А, еще добавлю. Еще майнер. Это майнеры для угля ставлю. Ну и паровая машина. Паровая турбина. Так, трубы нужны немножко. 10 штучек. 20 штучек. 3, 4. И немножко патронов. Так. Так, майнер будет у меня. Еще майнер будет. Так. Электричество. Электричество есть. Еще майнер третий. Нет? Я два майнера только взял. Ну все, пошел. Добавлю сейчас два, как они там, два паровых генератора, две паровых турбины добавлю. И это будет рискованно для паровых этих турбин. Они могут у меня... Их могут жуки сожрать. Поломать. Вот так вот. Так. К столбам они подсоединены. Теперь труба. Ярлычки сделаю. Хотя они особо не нужны. Так. 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 Так, так. Так. Так, можно? Ой. Чё там? Ага, заработали. Так, угля у меня больше нету. Электричества вроде хватает теперь. Угу. Немножко профицит электричества. Так, ну а теперь-то чё? Сталь? А, логистика. Давай, сталь, броня. Давай, сталь, броня. А прогресс не записывается чё-то. Там 10, 20, 30, 50. Так. Угу. У нас нет железа сейчас для этого. Эх. Так, 20, 30, 35, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4. Все, у меня достаточно патронов будет.
повозьму еще патрончиков. Эй! Раз он сомневается. Да, это не нужно было делать. Ну ладно. Так, о, починить надо вот эту штучку. Пушку надо починить же. О, водичка. Да, я жду своего друга, когда он там закончит. Когда он закончит все там. Производство. Сюда и пригодились патроны. Вот сюда пригодились патроны. А, я подожду. Давай, сделай. Так. Так, все у нас есть, все есть пока вроде. Все шевелится, все работает. Угля полно. Пойду отнесу на бойлер. Чё написал? 150, окей. Ага. Угля отнесу. И пошли атаковать. Я полный сундук железный, как хорошо. Самое необходимое для нас электричество есть. Теперь его мы не можем защитить, пока если жуки с юга нападут снизу, нам кранты. Этот весь уголь опять жуки нам разобьют. Ну все, сейчас начнется, сейчас будет битва. Встал-то. Черви сначала. Ну-ну. Черви. Но. Пушки. А я починил пушки, слава богу. А я не учитывал, что мне чинить нужно будет это все. Ну давай, давай, давай. Атакуйте меня, сволочи. Опа! Он вышел из игры. Какой кошмар. Поставлю паузу. Поставлю паузу. О, потерялся. Стив потерялся. Дисконнектился. Черт побери. Оу. Сохраняюсь. Пауза, пауза. У него отключение какое-то аварийное, отключился. У него иногда автомат выбивает в доме. Он в доме живет. Вот, с электричеством проблемы.
О боже. Ну и сколько ждать? У меня же запись. Ну ладно, пока компьютер не загрузится. Если он включит компьютер, загрузится компьютер. Надо минут 5 ждать. 10 минут ждать надо. Выключаю запись. Следующим файлом запишу продолжение.